Аллилуйя, Отец. Мы Тебя благодарим за эту привилегию. Мы верим в то, что это ответ на наши молитвы, потому что мы молимся, мы постимся, мы уповаем на Тебя, Всемогущий. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь этот прорыв нам, Господь, Отец, этот выход на новый уровень, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим Тебя за ту силу Святого Духа. Мы сами не можем это понести, Господь, Отец. Но Ты даешь силу Святого Духа, чтобы можно было, Господь, все перенести, все превозмочь. Без Тебя мы, Господь, ничего не можем, но с Тобой мы великая сила. Когда мы вместе собираемся, Господь, мы также великая сила. Когда мы, Господь, Отец, собрание верующих, истинно верующих, Господь, Отец, глубоко верующих, посвященных служителей, это невероятная сила. Все может молитва праведного. Слава Тебе, всемогущий Бог. Мы Тебя благодарим и славим. Аминь. Сегодня у нас также еще один праздник. У нас сегодня Международный день Библии. Как вы думаете, это праздник? Я думаю, что это один из самых таких, ну, это должен быть самый такой прекрасный праздник, один из христианских праздников, когда мы чтим, когда мы благодарим Бога за то, что Он оставил это великое наследие. Аминь. Ну, что мы можем сегодня открыть Библию. Сегодня Библия переведена практически на все языки мира. Это самая востребованная книга на земле. Тираж, ну, просто он превосходит все книги, никакая книга не может сравниться с Библией и по сей день. И поэтому сегодня я хотел бы, ну, так, чтобы мы смотрели на вот этот клип, да, Библию почитают как православные, католики, протестанты всего мира. На сегодняшний день христиане составляют, ну, примерно где-то половину населения Земли. И если бы не Библия, то мы не были бы теми, кем мы являемся сегодня. Слово Божие, оно очищает нас, оно освящает нас, оно благословляет нас, оно нас обогащает. Давайте мы просто помолимся, вот, глядя вот на вот этот видеоклип, который показывает историю возникновения Библии, насколько она важна для человека. Спасибо Тебе, дорогой наш Господь. Благодарим Тебя за то, что мы можем читать Библию сегодня на своем родном языке. Спасибо Тебе за то, что мы можем читать Ветхий Завет на староарамейском, на староеврейском языке. Новый Завет мы можем читать на старогреческом языке, читать в оригинале. Самое огромное количество исторических находок на сегодняшний день, которые подтверждают истинные Библии, это, Господь, очень свитки, которые были найдены, и до сих пор их находят. И там написано все то же самое. То, что было написано 2000 лет тому назад, то, что было написано 4000 лет тому назад. Потому что Библия – это одна из древнейших книг на земле. Мы можем по ней узнать, как жили древние люди, как жили наши отцы веры, как жил Авраам, как жил Исаак, как жил Иаков. Мы так полюбили, Господь, через Твое Слово, Господь, Отче, царя Давида, Соломона, Господь, Отче, пророков, Господь, Отче, Твоих, Илию, Иеремию. Мы, Господь, можем сегодня обогащаться, Господь, через Слово Твое. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе, Господь Отче, за то, что, Господь Отче, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления. Да будет каждый человек просто подготовлен через Твое Слово, вооружен, Господь Отче, чтобы нам через Твое Слово просто, Господь Отче, быть облаченными в этот шлем спасения, в эту броню праведности. Быть припоясанными чреслами истины, Господь Отче. Носить щит веры, меч, который есть Слово Божье. Обувь готовая, готовности благовествовать этот мир, Господь Отче. Спасибо Тебе, дорогой нас Господь. Аллилуйя, Отец. Это все мы получаем через Твое Божье Слово, которое Ты, Господь, когда-то заповедовал нам исполнять, читать, проникаться им, Господь Отче. Что мужи Твои, мужи Божьи, они писали, Господь Отче, это слово, будучи вдохновляемы Духом Святым. Тебе за все слава, честь и хвала, Владыка. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Господа нашего Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Для страны этой ты наш.
тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь, лишь ты. Нет таких, как наш Бог, 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 нет таких, как наш Бог. В этом городе. Oh,
Боже, слава Твоя, это
спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за радость, которую Ты даешь в наши сердца. Аллилуйя. И пусть, Господь, эта небесная любовь, она льется с неба на землю водопадами. Ближе, ближе, приливом мощным все внутри зальет из сердца Бога. Тот поток течет, нас накрывает, водопад с небес волна все ближе, ближе.
лишь для Тебя, и вся жизнь моя в руках Твоих. Я живу лишь для Тебя, и через меня не сменишь мир. Я живу лишь для Тебя, жизнь моя в руках Твоих. Я живу лишь для Тебя, и через меня изменишь мир. Нужен мне лишь Ты. Господу слава.
Аллилуйя, Господь. Ты один достоин поклонения. Ты один достоин всей чести и всей славы. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.